Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами поговорим о простой проблеме. Вот у меня в руках, что вы думали, разделочная доска, правда? Но это доска стеклянная. И на ней, как вы видите, есть упоры, которые препятствуют ей бегать по столешнице. А вот у меня деревянная доска, у которой нет упоров, и которая будет бегать по столешнице, если вы захотите что-то порезать на ней. Ну, вы скажете, ну, так что, надо позвать еще одного члена семьи, он поддержит, а вы из-за спины будете резать. Ну, а если в семье только один кот, кот, иди сюда, не хочет кот помогать нам, тогда что делать? Рецепт очень прост. Рассказываю. Нужно намочить тряпочку, положить на столешницу, а сверху положить деревянную доску. И деревянная доска будет лежать как вкопанная. Всего вам доброго.